Welcome back to the championship of snow motor racing. This is Comrade Adam Lee, and we are on the second championship. Let's see, will we manage to win? Atom is from Vietnam. Ну что, товарищи, приветствуем вас на очередной серии чемпионата снежных мотогонок. С вами товарищ Атомный, отличный гонщик из Вьетнама. И будем побеждать сейчас в этом самом, как его, на трассе Медвежьего говна. So we are, will race now on Bear Sheet track, so... Stay neat. The weather today is cloudy. Ветер, погода у нас сегодня ветреная. And no rescuers. И без спасателей. That's important to know. Это важно знать. Like, really? Oh. They really work nice with the color. Вообще, цвет снега другой. Как-то... Вот знаете, мы все время ездим по снегу, но он каждый раз чувствуется по-другому, да? Этот такой более сероватый, более влажноватый прямо снежок. Блин, прикольно, я впервые вижу, что вот так вот передается атмосфера снежных гонок совершенно по-разному. Невероятно. Amazing how really those racing championship shows you the feel of different snow. So this is, you know, like a little bit wet gray snow. And it feels amazing compared to the last track when we was on sunrise or sunset. I cannot believe that you know that this is a great work. Вообще работа прекрасная. To make it so great, чтобы сделать вот так вот классно. Okay, so who would be the leader? Кто победит? Who will drink the litter? Кто будет сегодня пить? Кто сможет победить? This is me! Это я. Oh yeah, I made it. Я смог сделать. Snow, you see it? It really feels fluffy. Реально, снежок такой пушистенький, да? Вот прям видно. Прикольно, блин. Не, ну реально классно. Я не знаю, как вам. I don't know. How do you think? Is that amazing? Круто ли это или нет? Because it looks great, потому что выглядит вообще классно. Okay, so I'm increasing, like only on one point, на одну очку все побежит. Okay, so again all the finals in the final. И все решается снова в финале. And there is like, okay, so we have fog. У нас кто-то надымил, да, кто-то накурил. Somebody smoked a lot. Okay, so they definitely use nitro here. Они точно использовали здесь ускорение. No. Like, oh crap, твою ж мать. Let's restart заново. So that would be intense. Это будет тяжело. That would be hard, I guess. Даже будет сложно. Again, Hannah Fogel distract me. Снова меня хана птички, блин, отвлекает. Я печалюсь, когда слышу, что птички хана. Stop a bit. Немного остановились. Okay, next gate. Следующие ворота. Oh, too disappointing. Слишком разочарован я. Can I move through? Смогу ли я пройти? Like, I'm the last one. Я вообще последний. No. That's again restart. Снова заново. Ух. But like, I like how they change the look of every level. Мне вообще нравится, какой подход, знаете? Обычно к аркадам таких деталей нету, чтобы каждый уровень... Это ж просто снег, вот. Обычно, знаете, одни и те же уровни выглядят совершенно одинаково, да? В подобных аркадах. А тут нет, тут, блин, один только снег, и он весь разный. Во многих играх разные климатические зоны хуже выглядят. Like in many games, different climatic zones is worse or made than here the variety of snow. I didn't even expect that it would be so good. Я даже не ожидал, что будет, ну как бы так прикольно.
Меня впечатляет это. А. Окей. Okay. I made snow, that's bad. Это очень плохо. So the track is really heavy. Трасса вообще очень сложная. I don't know whether I can even win. Я даже не знаю, могу ли я победить здесь. How they are driving so fast? А как они так быстро едут? I guess they have more speedy bikes. У них что, более быстрые мотоциклы? Окей, так, хорошо. Like really, oh, I messed up. Я на втором повороте. So the second turn and I'm already the last. Второй поворот, я уже как бы последний, да? So let's go, погнали сюда. Freaking tree, долбанное дерево. Not now, только не сейчас. I'm sixth, я шестой. How is possible to win here? А как здесь вообще возможно победить? Like, they are really strong, они очень сильны. Wrong way, а я знаю, что это неправильный путь. Я сам решил так свернуть. Seventh, седьмой. Like, really, I'm losing here. Я вообще про... Oh, like, really, серьезно. That was a mess. Это вообще было жесть. Go, погнали. No, 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 I will not give you the way. Я не дам тебе путь. Она фогл, долбаная мертвая птичка. Too early, слишком рано. Restart, заново. I guess that would be all fight today. Похоже, вообще вот буду сегодня здесь сражаться за эту трассу вообще супер сильно. И по-моему, и в конце я все-таки проиграю. And I guess at the last way I gonna lose. Because that's how it feels. Потому что вот так вот я чувствую все это. Like really, I cannot go into that corner. Я вообще не могу вписаться в этот поворот. So, forward, вперед. Okay, cut at all corners. Все углы хотя бы срезал, да, уже хорошо. Уже как бы что-то есть, да? Окей. Okay. Maximum speed reached. Максимальная скорость достигнута. Go, 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 go. Погнали сюда. I'm fifth, я пятый. Окей, fifth, sixth. Пятый, шестой, да? Разряд точно не мой. No, like freaking stone. Долбанный камень. Like, this is... You know, like, natural to hit that stone. Like, all the physics lead you there. Вот вообще, тот камень так расположен, блин, отвратительно. Вот прямо вся физика тебя туда несет. Вот, вот просто, вот как ты не едешь, ты, блин, этот камень встретишь. I'm third, я третий. But I need to be at least second. Но мне нужно быть, по крайней мере, вторым. Now I'm six, теперь вообще шестой. They have a very speedy bikes. У них очень быстрые эти самые мотоциклы. Oh, like really? Да серьезно? Wrong side, не с той стороны. How they can go? Как они могут так идти? No, 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 dear. Не, дорогая, дорогуша моя. Я так просто не отдам тебе позицию, да. So, I will not give you the spot. Okay. Here is good. Тут хорошо. But there is bad. Но вот так уже плохо. Okay, cut, 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 cut. Давай, like freaking no! She cut me. Она меня подрезала. I guess she actually repaid me what I did. Я думаю, она это сделала вот как я здесь в начале поступил, да, так и она решила отомстить, да. Окей, так, хорошо. Oh, good, 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 отлично. So, now I will do this, теперь я вот так вот поступлю. Nobody would cut me, никто меня не подрежет. I'm on a tree, я на дереве.
Oh, that's possible. Как это возможно? At least that was fun. Ну, по крайней мере, было хорошо. Это был, знаете, деревоход. Снегоход с функцией деревохода. So that was like, you know, motor, like, snow bike and tree bike in one vehicle. What am I doing? Why this happened? Почему это произошло? How I lost the turn. Как я потерял управление на повороте. Она фогл. Ну давай, птичка. There you see how fast in the lead. Вы видите? It looks like my snow bike is the slowest. Похоже, мой снежный мотоцикл вообще самый медленный. Like really? Да серьезно? You don't imagine how this hard. Вы даже не представляете, как это сложно. This is not that easy, though, Arcady. Это не так-то все просто, несмотря на аркады. Это же вам не ездить, блин, на асфальте. Это, блин, по снегу. А снег такой. Кстати, физика здесь реально чем-то напоминает водную физику в водных мотоциклах. So yeah, there is something from the physics of water, from the water aqua racing games. Maybe because snow is hard water. Может, потому что снег это типа, ну как бы тяжелая вода, да, что-то такое. Окей. Go here, сюда пошли. Let's drive without fear. Гоним, гоним, гоним. Just not hit the freaking tree. Только главное дерево не в это самое влететь. Окей, good, хорошо. So, can I overcome them? Могу ли я их превзойти? I don't even know, я даже не знаю. Like, I'm third, я третий. That's the best right now. Это пока лучшая фигня. Not hit that stone, только вот этот камень не влететь. I'm the second, я второй. Not to lose all this, только не потерять всю эту мощь, что я приобрел. Like, really? Да серьезно. I'm the second, я второй. On full speed, на полной скорости. I feel the wind. Скорость 100 километров в час на снежном мотоцикле. Это вообще возможно? 100 kilometers per hour on snow bike. Is that really possible? Is that really safe? Это вообще безопасно? Я не думаю, что это безопасно. Никогда не повторяйте подобное дома. So never repeat that at home. Never. Ever. If I would be second, I guess I will be again the silver. Похоже, я снова буду серебряным. Doris Berg again made me. Снова Дорис Бург меня сделал. Прям какой-то негатив. That's a negative thing. This is the first racing where actually I'm the second. Oh, no, I'm first. Я первый таки. Okay. New championship unlocked. Новые эти самые чемпионаты открыты. The red one bike, I guess. I will take the red because it is faster. Я возьму красненький, наверное, мотоцикл сейчас, потому что он, ну, как бы быстрее. Let's see. Давайте посмотрим. Oh, no, that's the only possible here. Это единственный возможный. Okay, let's go red. The Alphs. В Альфах сейчас, в Альпах. It would be fun on Mars. Было бы прикольно на этой ледяной шапке Марса погонять. Там, где этот самый сухой лед. So, you know, on the ice caps of Mars, where you have those dry ice. Freezed CO2. Окей, okay, how to go here? А как здесь пройти? I don't see... Окей. Okay. I managed to find a way. Смог найти как-то путь, с которого мне нужно как-нибудь еще свернуть. Окей, okay, got it. I need to turn. Нужно полностью повернуться. Oh, like crap, да твою ж мать. Fourth, четвертый.
Ух. That's our last check. Последний контрольный пункт нужно, да? Окей. So I will start anew. Начну заново. You know, this is games for emotions. Знаете, вот такие игры, они как бы для чувств, для эмоций. I'm not thinking a lot. Я вообще совершенно не думаю в них. Знаете, мозг отдыхает, ничего не изучаю, не надо ум проявлять. So I really don't need to think a lot and like do the other crap. Oh, that's almost full, почти прошел. Окей, хорошо. So I'm in the lead, я глубоко впереди. And now somebody's catching me. И сейчас кто-то уже догоняет меня. И вы сюда пошли. Окей, okay, I see the final. Вижу финиш. Let's go over there. Давайте сюда. So almost, yeah. Oh, that's not the final. Нет, это не финал. Here goes the final. Вот тут вот финал будет, да? Like, really, really, серьезно? Yeah, almost here. Да, я пришел. Who first, первый. That's a good thing. Это хорошо. Мат Карли. Матерный Карли. Карлик, матерный карлик. Вот, приехал вторым. Дженнифер Вудленда. Дженнифер... Знаете, есть Лопеза, это Вудленд. Мати Мустонен. Эндрю Коннор. Сандра Риверс. Сандра Речка у нас есть. Эндрю Угольной. Угол. И Нина Кригер. Вот это вообще страшно. Кригер. И солнечный пальчик. Окей. Okay, so snowfall caps. Теперь кабинки какие-то. Снежный пад. Again Alps, снова все в Альпах, so this would be everything in Alps. Все будет в Альпах. Their bikes definitely faster than mine. Ихние мотоциклы реально, ну, снегоциклы реально быстрее моего. Speed up, ускоряемся. Oh, like, I'm losing control on the turns. Знаете, здесь есть потеря контроля на поворотах, как на этих самых. На аквабайках вот есть такое ощущение, когда начинает кидать из стороны в сторону, блин. Вот это схоже здесь, да, то есть что-то есть общее. So there is something common. Now, I'm trying to know the track. Я пытаюсь узнать просто трассу сейчас. Before racing, прежде чем на самом деле гонять. Окей. Hello. I entertain somebody dinner. Я влетел в чё-то окно, чтобы по это самое, пообедать. Мат Карли. Матерный карлик впереди. Okay, so the Mat Carly on Russian, that's actually a sweary gnome, you know. No, like that was stupid. Это вообще глупо. I had not even visited any window for dinner. Я даже в окно в этот раз никому не залетел, чтобы сказать привет. Я типа Санта на снежном байке. I'm like Santa on snow bike. А было бы прикольно, знаете, Кармагеддон, блин, на снежных мотоциклах, да, снег и кровь. That would be cool, you know, the Carmageddon game, like with the snow. You know, bloody snow, that would be fun. Это было бы весело. Though that's really weird for entertaining and like resting. Хотя это действительно было бы странно, если бы в Кармагеддоне, где ездишь всех и давишь, да, блин, в кровяку, брать и отдыхать. Ну, она такая игра. Садистично прикольная, да. Okay, I'm on the top of the freaking building. Наконец-то выбрался на долбанное здание. Like 100 kilo... 120, блин, вообще-то под 150 я сжал. На снежном мотоцикле, я думаю, это нереальные скорости. I think that's impossible speeds on snow bikes, like...
really. Maybe only on flat ice. Возможно, только на ровном гладеньком снежке, да? So now we needed to go atop. Теперь нужно наверх как-то забираться, да? I'm first, я первый. Now I'm the last, я теперь последний, да? Third, третий. No, нет. Restart заново. Okay, that would be the last race for today. На сегодня будет последний заезд. В принципе, товарищ Атомный, все подстроено так, чтобы товарищ Атомный победил. So this race is rigged in the way that only Comrade Atomный can win. Sorry, dudes, but that's competition unfair. Да, ребят, к сожалению, данное соревнование вообще нечестно с самого начала. Или оно честно? Я не хочу. Or maybe it is fair and I don't want that. Because I need to win. Потому что должен побеждать-то я. That's the most entertaining stuff. Ведь это самая классная фигня. Oh, interesting huts. Интересные такие домики. Oh no. Oh, damn. Твою ж мать. That's not the last. Ну, и еще не последний заезд. This episode should end with my victory. Этот эпизод должен красиво закончиться. Вот красиво. Я должен не просто красиво проехать, а должен победить. So I just need not only beautifully to ride, but I also need to win here. That needs to be an amazing victory as a good final of this эпизод, да, для хорошего финала только победа, как бы надо. What am I doing? Что я делаю? Okay, so I'm doing some weird stuff, какие-то странные вещи. That's definitely the way to victory. Вот именно такой путь к победе, ну, когда ты, как бы, территорию пометил. И когда взятки заплатил. So, when the judges are bribed, no matter how you drive. Да, когда судьи подкуплены, неважно, как ты вообще едешь. You're still gonna win, ты все равно победишь. Like, really, да серьезно. Hard corner, тяжелый угол. Maybe that would be not that beautiful. Возможно, все будет не так красиво. Like freaking house, долбанный дом. Why I'm going to those trees? Почему я в эти деревья? Ой, лечит, что это было вообще? What was that? I don't know. Don't ask me that questions. Не спрашивайте даже вопросы, что то было. Я сам не знаю. Interesting, is there a UFO racing? Интересно, есть гонки на НЛО? Вот просто интересно, что может быть экзотичнее? What could be more exotic than racing on a UFO? Freaking trees, долбанные деревья. Like really, Because that put me into wrong place. Потому что не в правильный путь я поехал, да? Вот и поэтому и приехал. That's a challenging stuff. Она сложная. And you know, this is type of games where challenge like rises drastically. Where like it is hard to catch up and everything could change in one second. Вот знаете, это из таких гонок аркад, где все может измениться в одну секунду. Вот просто не так понесло, да, как-то вышел не тот поворот. Вот как у того чувака появилось только что, да, он просто не вписался в поворот. И все, и до свидания, все позиции. So yeah, there is, like, you see, like, I messed up, я провтыкал поворот. And now I'm the last, и теперь я последний. That, like, the dude on the previous corner, he lost, like, all the spots. Потерял вообще на все позиции. То есть вот интересная такая штука, что вот здесь как раз легко, очень легко можно потерять позиции.
И вот ты был в лидерах, а потом раз, и все, и до свидания, как бы. So yeah, you was in the lead, and like, you know, here, it is like, not good at all. В общем, нехорошо совсем, все. This is the last, if there is no good victory, then it is so. Ну что, если не получится сейчас приехать, да, ну тогда что ж, ребята, достаю пулемет и до финиша никто не дойдет. Или после финиша никто не проживет. Like, oh really, да серьезно, I messed up the turn, я просто завтыкал поворот. And now I'm the fifth, и теперь я под пятый. Окей, okay, still fight, fight, fight. Давайте боремся дальше, сражаемся за вот эту позицию. Maybe I can retake. Возможно, я смогу еще победить. Good, вообще хорошо. Oh, that's really good. I'm first, я вообще первый. Now just not to mess up. Теперь только не напортачить. That's almost the victory I want. Почти победа, которую я хочу. Okay, second, that's also good. Вторым это тоже хорошо. So cold, так клёво. So cold, так холодно. And so hot, и одновременно так жарко. I like that, мне нравится. Do you enjoy, а вот вам нравится? Напишите, пожалуйста, so write down in the comments. You know, that's it, for sure. Ну, на этом всё.